Пико маленькие ушки. Провязываем 5 воздушных петель. Затем снимаем петлю с крючка и вдеваем ее во вторую петлю с краю. Захватываем спущенную петлю и провязываем ее через эту петлю. Далее вяжем в ту петлю, из которой мы начинали вязать цепочку из воздушных петель, соединительную петлю. И еще 2 полустолбика в очередные петли основания. Далее вязание продолжаем аналогичным образом. Я довязала до конца ряда, и вот такое красивое пико у меня получилось. Особенно изящным оно выглядит с изнаночной стороны и напоминает маленькие ушки. А так оно выглядит с лицевой стороны.